Всем привет, подписчики! Из названия этого видео вы знаете, о чем пойдет речь. Мы все об этом знаем. Но делают это единицы. И если вы не делали это раньше, то, начав это делать, вы точно станете счастливее. Да, это прозвучит очень банально, но весь смысл заключается в том, чтобы начать делать то, что тебе нравится. Давайте представим, что вы любите рисовать картины. И просто для примера, вы бы всегда хотели быть художником. И вы, возможно, где-то работаете, учитесь, у вас какие-то дела, и просто нет на это времени. Но это ладно. Часто мы говорим себе так: я бы хотел рисовать, но у меня нет тех самых дорогих красок, которые мне нужны сейчас. И когда они появятся, тогда я начну. И в большинстве случаев вот эти вот краски, которых у нас нет, они не появляются. И проходит очень много времени ожидания. Все это время мы ждем и не рисуем. И это не обязательно должно быть связано с рисованием. Это может быть связано с любым делом, любым хобби. Да, на моем канале очень много молодых музыкантов. С музыкой это также может быть напрямую связано, да и с любым делом. Нужно перестать ждать какого-то идеального момента, в котором действительно будет легко начать делать то, что тебе нравится. В прошлом видео на своем канале я поделился с вами своими мыслями о том, что не давало мне спокойно жить. Сейчас я действительно чувствую себя лучше. Это выражается в том, что у тебя появляется больше энергии, больше сил. Даже когда ты устаешь, ты все равно хочешь продолжать что-то делать. И даже когда тебе приходится делать вещи, которые ты, возможно, не очень любишь делать, тебе дается это гораздо проще, чем давалось раньше. Людям, которые еще не нашли свое призвание, хобби, дело, что им нравится делать, я скажу только, что продолжайте искать, потому что даже просто попробовать какое-то новое увлечение часто становится трудно из-за той же самой идеи, когда мы ждем идеального момента, и этот момент не наступает. Поэтому нужно вообще забыть про все ограничения, которые не дают тебе сделать это сейчас, потому что кажется, что просто не получится этим заниматься. На самом деле, возможность есть, просто нужно найти ее. Нет, звучит интересно. Я хотел выразить огромную благодарность за вашу поддержку под прошлым видео. Действительно, было очень много приятных комментариев, которые, кстати, подтверждают мою мысль из прошлого видео. В общем, я хочу вас попросить об одной вещи. Это начать делать то, что вам нравится. И подписаться на мой телеграм по ссылке в описании. Я стал очень активно вести телеграм. Там достаточно забавные моменты из моей жизни. Как бы начал вот строить дом. Меня загриферили в реальной жизни. Вот мой дом, вон моя тренировочная эта штука, манекен. Также какие-то размышления я буду писать туда. Поэтому обязательно переходите по ссылке в описании. Также подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк, пишите комментарий. Ну а еще у меня есть группа ВКонтакте, где я оказываю услуги сведения, мастеринга, написания текстов на заказ и все, что связано с созданием музыки. Ну а с вами был я, Влад Майн. Всем удачи, всем пока.